Всем привет! Как удалить цифровой шум или зернистость с видео в Sony Vegas? Есть внутренние здесь возможности, видеоэффекты, вкладка, и выбираем усреднение. Среди этих настроек есть полное подавление шума, снижение слабого шума и различные другие варианты. Такие варианты неплохо удаляют шум, но тем не менее все равно часть его остается. Снижение слабого шума вообще не сильно удаляет зерно. Подавление полного шума более-менее приводит видеозапись в порядок, но при этом возникает вопрос о скорости обработки видеофайла. Вот я отснял на обычную мыльницу на даче выращенные для посева огурцы для семян. И здесь есть цифровой шум. Он такой неприятный, особенно по краям. Зеленовато так сыпет по всему полю видеофайла. И для того, чтобы обработать вот примерно в таком расположении, цвет, шум, видео размером, если взять 720, то примерно минута видео будет обрабатываться при настройках полное подавление шума. Одна минута примерно будет обрабатываться около 3-4 минут в программе Sony Vegas. Но шум будет более-менее при этом удален. Хотя это очень, конечно же, долго. У меня процессор i5, 8 гигабайт оперативы и средняя офисная видеокарта. Всем пока!